Здравствуйте, с вами Зарипов Рафис, и сегодня мы с вами разберем произведение Астора Пьяццоллы «Либертанго». Сейчас мы будем разбирать правую руку. В правой руке начало произведения начинается с ля минора, с ля минорного аккорда точнее. И ритм идет по раз, два, три, раз, два, три, раз, два. То есть акценты делаются на первую долю, на четвертую и на седьмую, если считать по восьмым нотам. И при этом мы должны играть на стаккато. Стаккато — это отрывистая игра, но при этом делать акценты. Далее начинается основная часть. Основная часть начинается с мелодии от ми. Ритм, все произведение остается на раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. В сопровождении этой мелодии идет и вторая тема. Вторая тема играется от ми, но октавой ниже.
Вторая тема начинается с паузы. То есть на первую долю у нас не играется ничего. На первую долю играется пауза, то есть слушается пауза. И на вторую долю сразу начинается мелодия. Раз, тарам, пам, парам, парам. Раз. Раз. И так далее. И вместе это играется. Раз. Раз. И так далее. Следующая часть начинается в соль миноре и от ноты соль. Начинается она с форшлага, то есть играем фа диез и соль, но фа диез при этом играется очень быстро. В этом моменте мы фа держим, а по секундам от ля, по малым секундам, идем к до и обратно. Далее играем уже 16-ми нотами. От до, до, до. И тут уже ми-мажорный аккорд. Следующая часть начинается от ми. И потом от ре. Играется она ми, фа, си, ми, ля, си. И также ми, ля, си, ми, ля, до, ми, ля, ре и ми, ля, ми. Важно запомнить, что штрих все время отрывистый, то есть легато и стаккато вместе. Здесь аккорды берутся на стаккато, как и в соступлении на раз, два, три, раз, два, три, раз, два. В следующей части повторяется тема. И последняя часть, это играется уже вторая тема. Играется она ровно половину и повторяется два раза. Сейчас мы разберем левую руку. В левой руке все довольно просто. Начинается она с ля минора. И почти все произведение идет один и тот же ритм. На раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. В следующем аккорде
Получается, у нас ля в басу остается, а в аккорде берется си мажор. Потом также ля остается, берется ре минор. И на ля минор. Важно запомнить, что здесь большую часть играет именно этот ритм. На раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Потом уже берется соль, а в аккорде остается ля минор. И по нисходящей вниз соль, фа диез, фа и ми. В аккорде меняется на ре септаккорд, а в басу играется фа диез. Потом ре минор, а в басу фа. И ми септаккорд. Во второй части идентично все повторяется. Далее в соль минорной части мы играем все таким же ритмом, но уже от соль. Здесь играется си бемоль септаккорд и переходим на фа мажор. Потом играем фа минор, а в басу берем ля бемоль. Переходим на соль мажор, до мажор и ми септаккорд. В следующей части мы так же, как и в первой, и во второй, и во вступлении играем все от ля минор. И только в последней части мы играем то же самое, но уже половину отрезка. Половина отрезка и повторяем его два раза. И в конце уходим на пиано. Сегодня мы разобрали произведение Астора Пьяццоллы «Либертанго». С вами был Зарипов Рафис. До свидания.